Сейчас ранний еще по этому народу очень мало, свободных мест много. Хорошо, поэтому нету никакой толпочки. В общем, все прекрасно. Уважаемые пассажиры, вот мои дорогие, мы уже теперь в Москве, ждем своей посадки на Франкфурт. А пока у нас есть время, мы решили попить кофе. Саша ушел за напитком. Ну, а я вот пока в ожидании. Еще у нас 1,5 часа в запасе. Народ идет, одни улетают, другие прилетают. Прилетели мы сюда в 6:00 утра московского времени. Было очень свободно, очень. Ну а сейчас, конечно, уже такой час, что люди прибывают. Сейчас мы кофейком немножко подзаправимся. Хотя и в самолете мы, конечно, пили. Я сегодня ночью не спала ни одной минуточки. Вроде бы и легла в 10:00, думала, встану 2:30. Ах, нет, даже как-то и не закрывались мои глаза. Саша поспал и в самолете еще подремал. А у меня как-то так не получилось. Не знаю даже почему. Вроде бы и волнения никакого нет. Чего волноваться? Ну так вот как-то, не знаю, наверное, многим из вас это чувство перед дорогой знакомо. Вот мы стоим на свою посадку. Наш номер 137, в 10:15 наш отлет. Пожелайте нам хорошего взлета и мягкой посадки. С Богом! Убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for take-off. Please ensure that all the... Белая пелена и больше ничего. Немножко нас потряхивает.
уже приземлились, едем в свой город родной, город Фульда. Встретили нас. Посмотрите, какой цветочек. Бабуле подарил внучек. Какую красоту. Вот такой огромный цветок. Такой большой, как головка у самого Эрика, да, внучек? Ты бабе подарил такой цветочек? Да, молодец, мальчик мой. У нас даже не пахнет осенью. Все зелено-зелено. Вот такая сочная зелень. Разница в 5500 километров. Да, ну небо такое, вот. Дождичек немножко покапал, пока мы сейчас едем. Стоп-крана нету. Не поздно. Еще такая розочка. Еще раз покажу. Внучек, это как цветочек называется? Как цветочек называется? Роза? Да? Как называется? А? Розалия. Нет, так как? Песенки поет, внук сидит. Обрадовался, что бабушка с дедушкой домой приехали. Эрик, ты рад, что бабуля с дедулей приехали домой? Домой? Ты рад? Домой, конечно. Домой, баба, приехали с дедушкой домой. Да. А ты дома? Да. Ты больше не будешь пальчиком показывать и говорить, бабы нету, деды нету. Будешь к бабушке с дедушкой прибегать, правда? А Делечка со школы придет сейчас. Она до скольки дня научится? Облака тяжелые такие. Че, мой хороший? Че ты там спрятал? Трактор? Машину? Ясно.